Теневой оборот алкоголя в Казахстане составляет 60%. Об этом сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций сообщил начальник департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Жанат Алиманов. По его словам, агентством разработана методика, позволяющая рассчитать теневой оборот в разрезе регионов. В ее основе лежит разница между реальным потреблением алкогольной продукции, по данным Всемирной организации здравоохранения, и официально поступившей в розничную сеть. В итоге объем теневого оборота по стране составил 60%. Причем наихудшая ситуация именно в тех регионах, где производители алкогольной продукции официально бездействуют или указывают незначительные обороты. Алиманов также сообщил, что с начала прошлого года пресечена незаконная деятельность по выпуску неучтенной продукции 5 заводов-производителей. В целом по республике выявлено 392 преступления в сфере нелегального оборота алкогольной продукции. Изъято свыше 7 миллионов бутылок. В результате, по итогам прошлого года, объем акцизных платежей в бюджет возрос на 20%, достигнув рекордной отметки в 23 миллиарда тенге. Также наблюдается рост производства алкогольной продукции на 15%. То есть производители начали показывать реальные объемы и выходить из теней.